С 11 по 15 декабря школьники и студенты колледжа приняли участие в онлайн-хакатоне, посвященном обучению на оператора БПЛА. В рамках фестиваля «Воздушная охота» севастопольские ребята узнают об устройстве дронов и о том, как научиться ими управлять. В целом направление программирования достаточно широкое и имеет очень широкое применение. И я считаю, что навыки программирования должен иметь каждый школьник, начиная с 7-х, с 8-х, 9-х классов. Это должно прививаться еще, скажем так, со школы, потому что, вот, допустим, как со смартфонами все умеют пользоваться, да, и в будущем программирование будет, оно уже сейчас во всех сферах нашей жизни присутствует, а дальше будет только расширяться. 15 декабря к фестивалю присоединились учащиеся школы номер 12 в Инкермане. Педагоги детского технопарка «Кванториум» рассказали старшеклассникам об особенностях нескольких видов БПЛА. Я бы сказал, они, скажем так, восхищены, им нравится вживую это увидеть, сам дрон. Много кто видел на видео дроны, но вживую, как вот он есть, мало кто. Скажем так, не сильно эта сфера еще раз, как, скажем, как машины там, она не распространена. Но в целом, я думаю, вскоре все больше людей будут владеть дронами, больше будут квалифицированных операторов. С 18 декабря ребята приступят к прохождению онлайн-тестирования. Подготовиться к нему помогают видеолекции от преподавателей «Кванториума». Сфера IT мне давно стала интересна. С развитием нынешних событий захотелось как-то помочь стране. И я начал изучать данные направления. Попалась БПЛА. И в школе как раз висели постеры с воздушной охотой. Я перешел по QR-коду, мне выдала группу ВКонтакте. Я перешел, посмотрел все ролики, и до сих пор они выходят, и я их смотрю, так сказать, для саморазвития. Итоговое тестирование позволит выявить самых заинтересованных в обучении ребят. Они смогут пройти образовательный интенсив, который продлится до 26 апреля. Финальным этапом фестиваля станут гонки на дронах. Сейчас гонки, дрон-рейсинг – это официальный вид спорта. Плюс мы соединяем это с программированием, то есть техническими навыками, и мы получаем совершенно новую дисциплину, которая вот уже прямо на глазах начинает котироваться и на соревнованиях мирового уровня. И мы детей учим именно этому. Фестиваль «Воздушная охота», как и финальная игра «Соколиная охота», реализуется в рамках одной из образовательных программ технопарка «Кванториум». Помимо годового курса обучения основам управления беспилотниками, ребята из разных учебных заведений получили возможность понять, увлекает ли их эта сфера деятельности как дело жизни. Мы уже сейчас говорим не только, да, о выборе какой-то профессии. Мы сейчас видим, что это те вещи, которые нужны специалистам в любой области. Поэтому программирование и следующий шаг, да, управление БПЛА, это настолько сейчас уже плотно входит в нашу сферу. Финальные гонки на дронах фестиваля «Воздушная охота» пройдут с 1 по 5 мая. Мария Легина, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.